Всем привет! С вами одесситка из Швейцарии, и в продолжении вчерашней прогулки по прекрасному городу Тун в кантоне Берн, Швейцарии, я сегодня покажу вам потрясающий, уникальный магазин, единственный магазин в Швейцарии, и мне будет интересно пообщаться с вами в комментариях, есть ли в ваших странах такие магазины для любителей кошек. Там все будет про кошек, для кошек, о кошках. Такого магазина я нигде еще никогда не видела. Устраивайтесь поудобнее и приступим. Рай для кошатников. Тут все для кошек. Посмотри. И под растения, кадочки. И мы тут были на Рождество. Посмотри, тапочки. С котенком за 45 франков, носочки 8,90, подушечки 49,45. Идем, зайдем. Там все. Все для кошек. Посмотри, держалка, губки для мытья посуды. А это мыть посуду за 9,90. Это Татьяна Юрьевна, у нас такая любительница кошек. Для очков 11,80. Пожалуйста. Боже, тут все с кошками, видишь? Передничек, лопаточка, перчаточка. Вот кто любит котов, делать такие подарки. Заходишь сюда и, пожалуйста. И вот тебе садовые разные штучки. Так, посмотри. Боже, боже, боже. Аккуратно. Посмотри. Тут от плюшевых игрушечек. Даже вход. На ой, дом повесить. И смотри, сервизы. Чашечка. А вот смотри, какая для заварки, да? Да. Вешать. И тут разные пастрины. Идет, и котята вокруг нее привязались. Прикол какой. Это типа пепельница, что ли? Это с подсвечники. Сына, вот это на подушке маленькая, крошечная. А вот на кровати, Женя, посмотри, кошатник. 119 франков. Естественно, зонтики. Подсвечники. А вот вон такой лакеюшка. Боже, постыдно. И фруктовница, Женя. Разные, видишь, вокруг здесь. И парочка влюбленная. Так. Пара тоже. Видишь? Смотри, да, картина. Иван вешает на дверь. Боже, ну тут можно все снимать. Все. Оригинальный. Вот, пожалуйста, открыл такой магазинчик себе. И оригинальный, и пользуется спросом. Даже зонтики. Зонтики, да? Внимание, внимание. И чашечки. Смотри, соль и перец, Женя. 33 франка. Такое маленькое. Это две или каждая? Две, наборчик такой. Посудочка. Эти тоже прикольные. А это, смотри, 145 франков, это вазочка на минуточку. Видишь, что все, это все кто-то делает. 52 вот эти два. А вот это домик 69, там свечку ставишь. Это все ручная работа, это мастера приносят. Знаешь, смотри, коврик для дома. Да? Половой. Это же... Это, кстати, Мерлин Монро, да, по-моему? И вот еще салфетки, Женя. Тут салфетки еще с кошками. Да ты что? Посмотри. Это отдельный сюжет у меня сейчас будет. Очень похож на Тамариного. Ой, вот это, посмотри, вот это. Боже мой. А вот, смотри, какая красота. Это шпажки для закусок, да? Бутербродницы. Подставочка такая. Оригинальная штучка. 24 франка. Вот тоже. Это Марин Маркиз. У них у всех, а у них это... еще больше. Буква М.
Угу. Смотри. Таблеточки кто принимает? Угу. С собой брать. Зеркальце. Тоже кошачья тема. 12,80. 19,80. Такой кошелечек такой. Мягенький совсем. А ну открой, Женя, что там внутри у нас. Опаньки. А, так это, наверное, зеркальце. Увеличительное такое. Так что это не кошелёк. 18,90. Ой, стой. 42,50. Чашечка такая. А, это, наверное, вот они. Ага, в сторону. Не-не, вот сюда. Календарь с кошечками. Записная книжечка. Даже лимончик. А это для запаха в комнате. Там наливаешь жидкость специальную. И эти палочки, пахучки, 19,90. А вот и бутылочка, термос, кстати. Тоже. Тоже, да. Здесь разные, да, подставки под чашки, да, под, да, горячие. 4,50. Ну и носочки разные. Боже, 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 боже. А вот для очков еще, Женя. Сумасшедшая женщина с кошками называется. Вот кому-то подарим. Тут никто не обидится, понимаешь? Посмотри на эту прелесть. Боже, посмотри на вот этих салфетки. И такие же, видишь, они сделали. Видимо, салфеток переснимали на свечечку. Да ты что? А, и вот, смотри, вот это прикол. Губки для мытья посуды. Ну, вот любительницы кошки какой-то. Раз. Обалдеть. Есть у тебя подруги? 9,90 три штуки. По 3,30. Вот так вот привезешь сувенир. Смотри, держалка для губки. А носки, посмотри, с котами. Black Cat. Боже мой, ну все, и часы здесь. Так, интересно, а есть для собак такой магазин? Да. Для йоркширских терьеров. Да, собак. Вот смотри, какая открытка, это все из пэтчворк ткани. Вау, да? Тоже смотри, красота. Вот вам кто спрашивал, ручная работа, ценится ли? Главное найти свою нишу. Разные календари с кошками. Просто интересно, люди покупают. Конечно. Идут в гости. Бабушка любит кошек. Смотри, как наша Розалин. Мы ей всегда все с розами дарим. Даже, смотри, упаковочная бумага на подарок с кошками. С днем рождения тоже с кошками. И вон тебе. Не хочешь живую, Женя? Вон тебе и кошаков приобрела. В плане сдержателей цветочков. И на Новый год здесь, Женя, это все еще и новогодняя тема кошачья. Думать можно банные полотенца и разные ткани, салфетки с кошками, коврик для ванной, пожалуйста, жалочки, все что хочешь. Да вообще, посмотри быстрее на вот этого. Чудо такое, да. Тарелочки. Ты тоже симпатичная. Я тоже больше собачья. Ты тоже, да, собак? О, вот здесь еще сумочка такая. У нас, например, котов никогда дома в доме не было. Собачки. А вот, Женя, смотри. Все для ванны здесь, понимаешь? Это... какая-то вкусняшка, травки альпийские. Это тебе для мытья. И домики для котов, да. Кормушки, тарелочки. Консервы, пошла еда. Разные капельки, витаминки. Кормушки. Так, так, так. Понятное дело. А вот это еще что? Ванильный сахар для ванны. Пена для ванны, соль для ванны. Дикая кошка. Подарочек. Мыль для рук и мыло. Мыльца, пожалуйста, Женя. 7,90. Крем для рук. 6,90.
Маска Женя. Женя, маска кошачья. 18 франков. Это вообще-то зубная щеточка Женя была. Ой, боже. С кошаками. Господи. Так, что у нас здесь еще есть интересного? Ага, всякие емкости. А, для сна, пожалуйста, 13,90. А это для маленьких деток, у них здесь такую марлечку одевают, чтобы слюни текли. Не знаю, может, у нас тоже уже так. Они все дети тут едут, у них как на шею завязывают, чтобы, знаешь, вместо слюнявчика. Смотри, Женя, классная. Она складывается в кошелечек. Смотри. Ой. Вот так складывается в кошелечек. Торбочка для покупок. И тут же идет вот такая держалка. Вот, кстати, мне подарили, я думаю, а что же это такое? А это вот так. Ой. Раз. Видишь, Жень? На нее в ресторане пришел и повесил сумочку свою. И таких сумочек складных, смотри, даже Фрида Кало с кошками. Женя, Фрида Кало с кошками вокруг. Mm-hmm. Вот эта сумочка. Кстати, это тоже классный подарок, Женя. Для очков, какие-то. Да. Тряпочки. Видишь, раз, сумочка всегда с собой. Пенал, вот, наборчик тебе с очками. Кошелечки разные, косметички. Господи, для мелочи. Чего только нет. Идем дальше. Ага, смотри. Боже, паста с кошками. Разноцветные формочки котов. Это же надо. Еще и кошачья ложка. Представляешь, кому ты такое подарил? 12,80. Вообще ни о чем, да? Но какой классный подарок и необычный. Пожалуйста, еще и с такой ленточкой кошачьей. И вот тебе, пожалуйста, чистилка картошки. Смотри, как прикольно сделали. 19,80. Ну, посмотрите, ну, прелесть же. Вот вам идеи, может быть, кому-то для бизнеса. Смотри. Вау. А это формочки для льда. Может быть, для выпечки, конфетки, шоколадки. Кошачьи лапки. Боже, боже, боже. Всякие фигурки. А, и формы для выпечки. Смотри. Всякие печеньки, вкусняшки котам делать. Знаешь, как эти вкусности. И, пожалуйста, вам узорчики для любителей, а также стикеры. Ну и как же без будильника? Пожалуйста. Угу. Вот этот еще классный, смотри, рыжий. Вау! Вот так, Женя, приехала в Тун и ходишь по магазинам. Посмотри, в один магазин зашла и уже на 2 часа зависла, пока все рассмотришь. Что это у нас здесь? Записная книжечка. Да. Так. Это разные карандаши. Подушки тоже интересные. Стеклянная штучка. Mm. Тоже для горячего. И видишь, смотри, можно наборчики целые покупать на кухне. Салфеточки. Вот это быстрее в тапочке уснул. Красотун. А это у нас что? Зеркальце с собой. Боже, у меня вообще никогда не было с собой зеркальца. В телефон посмотрелся, фотку на эту красоту. Сколько такая штучка? 14,90. Угу. Можно на елку вешать, такая какая игрушечка. Ой, боже, 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 боже. Здесь живет. Понял? Угу. Я был здесь. Это был я. Короче, мы только что у хозяйки спросили, у нее это единственный магазин в Швейцарии.
кошачья. Женщина из Швейцарии, да? Да. И она сказала, что нет у нее поставщиков, она сама выискивает кошачьи темы и наполняет свой магазин. Не так, что сюда приносят. А спроси, не знает собачку? Она сказала, конечно же, есть собачья, но она не знает, где. Она интересуется только кошками. Это магнитики разные по 4,50. Боже, посмотри, эти красавцы залезли в сумку. Это тоже, да, открыточки. Вау, красота. Вау. И вот так вот она везде высматривает, выискивает и наполняет себе магазин. Вот. А тут украшения разные, боже, и сережки, и браслетики. Да, 19, 20, 49. Заколочки для волос, подвесочки. Это полностью бисер, вышитая сумка. Вау, вот это ручная работа, посмотри. Да, полностью все бисером. Недорого, кстати. 139 франков. Там вон какая-то ерунда была за 115, да, быстрее. Вау. Полностью все бисером. Ничего себе. Так. Этот валяется. Феликс. 49. И вот тебе египетская кошка. А это, кстати, Женя, шоколадки. 6,90. 100 грамм шоколадка. Шапочка у него тоже. Вау, это календари. Тут еще разные. Все тоже классная картинка вместе с часами, да? Так украсить дом. Вот часы 59. А картина, Женя, 2400 тысячи франков. 2400 франков. Ничего. И такая же подушечка. Для подарков, конечно, можно что-то выбрать. Кто на какую сумму он рассчитывает. Ну или просто даже, если ты любишь кошек, то, понятное дело, можно себе такой дома кошачью интерьер устроить. Смотри. Такая скамеечка, да? Миленькая. Картинка, Женя. 700 франков. 700 франков. Эта картинка. Это 1200. Это 1200. А это 900, Женя. Ну, это видишь, кто-то же рисует. Ну, честно говоря, я такую картинку такие. Ну, кто-то же на руками нарисовал. А вон часы еще есть. Ой, короче, красота. Самое главное, необычное. Это подставочка для стола, чтобы кушать по 5 франков. И вот тоже наборчик, видишь? Свечки разные. Подсвечники. Жень, смотри, такой голубой тоже. Сервиз. И главное, так все с любовью оформлено. Смотри, 9,90 для чая. А это, видишь, схватился ложечка, которая хватается тоже с кошкой. Сколько он? 6,90, золотая ложечка. Так, такая чашечка у нас сколько стоит? 12,90. 25 маленький чайничек. Вот эти тоже классные. Салонг. А этот ключ от сердца держит. Конечно. А вот этот же тоже модно из войлока, как валенки раньше делали, да? Тоже с котами они сделали. Сумки гобеленовые. Кошелечки. Вот это, да? Классная тема на черном фоне. Глаза только. И вот спит на книжечке. А это даже для очков, тряпочка, вытирать очки. Вот так вот, пожалуйста. Засовывается в такой маленький.
Боже, как все с любовью оформлено. Смотри, тапочки, пледик. Для спания, для сна вот эти очки, да, такие. Это копилочка, в пузо ему бросаешь. Ножики разные. Пожалуйста. Тоже классная тема, да, так кошку нарисовали. Ну, да. А это, смотри, залез в холодильник и жрет сосиски. Одни линии, да, в принципе, уже. А вот набор ложечек еще. Серебряная, золотая, бронзовая и темная. И, пожалуйста, да. Тоже ты, какой прикол, Женя, подставка в виде кошки, видишь, под горячее. И чайник. Тоже такой, да? Незамысловатый узор. И вот тут еще влюбленные кошки под носик. Так, это же не отдельный сюжет, кошки. Мир кошек. Мир кошек. И тоже, смотри, какая картина, да? Да. Будет обложка у меня такая. Это чай разный, видишь? А это одевают на бокалы, вот так вот, видишь? Чтобы на вечеринке не потерять, где твой бокал. Так раз себе, пометочка, они разные, да? Да, да, да. Прикольно. Боже, сколько идей, да? Вешалки для вещей. И магнитики. Так. Боже, боже, боже. Еще в один магазин и сразу сюжет. Ну да, видишь, мне не надо придумывать сюжет. Зашел в магазин, и сюжет готов. Я надеюсь, он вам понравился. Не забудьте поставить лайк и напишите в комментариях, а в ваших странных городах есть такие кошачьи магазины? Ну, а мы пошли с Женечкой гулять дальше. Вот, кстати, кто-то спрашивал, сколько стрижка стоит. Мужская 32, детская 23. Одна мне написала, что ее подруга живет в Швейцарии и стригутся за 400 франков мужем. А себе она уже не может позволить парикмахера, так как мужу важнее.